Всем привет! Меня зовут Мария Вьюнова, я дизайнер, иллюстратор и обозреватель июльской коробочки от Doodle and Sketch. В моей коробочке лежат маркеры. Интересно узнать, какие. В чем же прелесть такого набора сюрприза? А она в том, что за гораздо меньшую сумму вы можете приобрести новые для себя необычные художественные материалы и попробовать прессовать ими вместе с художниками. Давайте распакуем нашу коробочку, посмотрим, что внутри, и порисуем. Так, давайте посмотрим, что же в нашей коробочке. Что же там такое? Так, здесь у нас визиточка. Куча бумажки. Тоже я это очень люблю. Так, ох. У нас здесь с вами промаркеры. Я люблю промаркеры. Я с ними по жизни сталкиваюсь. Итак, у нас влажные салфетки. Потрясающе, потому что вы запачкаете руки маркерами, я вам это обещаю. Конфетки. Художник должен быть голодным, иллюстратор не должен быть голодным. Конфетки, это приятно. Так, маркеры, давайте посмотрим. У нас два розовых, холодный и теплый. Приятный оттенок. Два красных, бордовый, да, и теплый красный. Ой, богатая палитра желтых, это замечательно. Вот это мне больше всего нравится. Так, два зеленых, очень здорово. Два коричневых оттенка, да. Этот оттенок я очень люблю, обычно использую его для теней на коже. Называется он коралл, насколько я помню, да. Чудесно. Красивый красно-коричневый. Фиалковый, чудесный синий, голубой и серый. Серый маркер – это очень полезная вещь. Это любые тени, он универсален. Так, у нас микрон 0,3, это линер. Тоненький линер для обводки. Отлично. Что еще? Творческая памятка. И бумага для маркеров Cans on the Wall. О мой бог. Вот сколько я рисую маркерами, столько мне не доводилось прессовать на этой бумаге. Как здорово. Эта бумага не пропускает маркеры на обратную сторону. То есть вы рисуете с одной стороны, с другой стороны ничего не просвечивает. Давайте ее потрогаем. Ого! Что хочу сказать? Это очень плотная, очень белая и гладкая бумага. Очень приятная. Ух ты! И наклеечки. Наклеечки – это очень здорово. Класс! Очень-очень милая все-таки упаковка. Очень приятно, конечно, такое разворачивать. Все-таки вдохновение, оно во многом зависит от того, как вы подготовите свое рабочее место и как будут выглядеть ваши материалы. Очень здорово. Я думаю, мы с вами очень круто порисуем. Давайте начнем. Итак, главой моей композиции, главным, будет мопсик. Значит, его я распределяю визуально по центру. То есть, понимаете, сначала вы должны найти форму и ее положение в листе. Я возвращаюсь теперь к детализации. И начинаю с мопса, так как он у меня главный персонаж. Я иногда люблю так их заштриховать еще на эскизе, чтобы не путаться, чтобы понимать, правильно ли я расставляю сейчас уже по композиции цветовые акценты, то есть пятна. Прежде чем начинать работать маркерами, если вы с ними до этого не сталкивались, и если вы взяли новую бумагу, вам необходимо сделать выкраску. Вот так выглядит моя выкраска. Пока оставим нашу шляпку в таком виде, рисуем шарфик. Давайте возьмем желтый Y156. Почему я обязательно наношу один оттенок на другой, чтобы они между собой перекликались и имели вот эту общую такую составляющую.
окно получается такой грязный оттенок, но он приятен, потому что он перекликается с нашим шарфом, но он не такой же, то есть это выглядит сложнее. Давайте сделаем еще одну какую-нибудь синюю жидкость. Ну что ж, мы закончили с вами нашу иллюстрацию нашего мопса Гарри. И я надеюсь, что вам очень понравилось. Я надеюсь, что вы будете рисовать, что вы будете выкладывать и делиться своими работами и участвовать, например, в конкурсе Doos Care обязательно. Потому что победителю, конечно, достанется коробочка следующего месяца в подарок. Если у вас будут вопросы, обязательно их задавайте. Задавайте их Doodle & Sketch, задавайте их мне в Инстаграме или по почте. Обязательно вам отвечу. Делитесь своими работами, рисуйте с удовольствием.